Вся предоставленная информация вам выложена исключительно в ознакомительных целях. Ставьте лайки и комментарии. Озан Экинсой – молодой наследник огромного холдинга, парень красивый и живущий в свое удовольствие. Как-то отец отправляет Озана в деревню, чтобы тот образумился. Там Озан знакомится с Назлой, девушкой искренне веселой. Молодые люди влюбляются друг в друга. Однажды самая большая сплетница деревни видит их вместе. Произошло недоразумение, теперь Назлы с Озаном должны пожениться. Озан вдруг обнаруживает, что оказался в такой ситуации, что и представить себе не мог. Его охватывает паника. В день свадьбы он получает звонок. Озан срочно возвращается в Стамбул, не предупредив невесту. Назлы унижена перед всей деревней, но девушка дает себе слово. Она отомстит жениху. Назлы тоже едет в Стамбул, но при помощи отца и сестры она абсолютно изменилась. Больше нет той наивной деревенской девушки, а есть уверенная в себе женщина, в которой Озан даже бы и не узнал. Посмотреть третью серию турецкого сериала «Что не сделать влюбленный» вы сможете после 22 сентября.